товарищи! Добро пожаловать на ТВ Джем! Я как-то нахожусь в сэндвиче между две красотки. Одна американский вариант Калифорния, вторая Грейт Британи. Называется White Anglo-Saxo Бутерброд. Короче, тут у меня две замечательные девушки. Я сейчас как-то люблю готовить женщинам. Я сейчас буду удивлять бараниной. В Америке кушаю баранину? Очень. Какую вы баранину в Калифорнии любите? А, бывает разные. Но у меня конкретно калмыцкая. Англичане, они любят там велску, австралийску, а в Америке какую кушают? Просто баранину. Просто баранина. Постарайтесь снимать пленку, потому что это очень важно. Когда вы берете пленку, мясо становится меньше жестким. Конечно, не надо везде, но там, где такие толстенькие куски. Тут у меня 4 штучки. Девушки, они хранят фигуру, они будут по одну, а я буду, конечно, две. Я сейчас спрошу Наташу, Great Britain, промышленная палатка. Есть эта баранина Wells, одна из самых знаменитых у мира. Вы завозите эту в Россию или вы это все ждете в Англии? Да, в основном в Англии все. Значит, в основном все в Англии. Но бедные англичане, они пока не поняли, что такое калмыцкая баранина. И что позже поймут, больше станет нами. Я возьму немного лука. Мелко его, конечно, порежу. Чеснок мелко порежу. Наташа, у Англии добавляют тимьян, когда делают баранину? Бывает добавляют, по-разному. А ты какие рецепты знаешь? Английские? Про английские я знаю только fish and chips. Значит, все знают только fish and chips. Добавим немножко острого перца. Как американцы и англичане относятся к острому? Положительно. Тут мы добавим паприку сладкую. Обязательно добавим соль. Добавим обязательно перчик. Немножко укропа. А вот что не любят англичане, так это укроп. Мы сербы тоже, но у меня русские в гостях. Мы готовим белорусских, не для англичан. Сейчас мы это все закрутим. Туда мы добавим чуть масла. Добавим еще один помидорчик. Мы это все вылим сюда. Мясо мы добавим сюда. Пока я, конечно, выпью бокал вина, пройдет один часик, я поболтаю с этой две замечательные девушки. Наше мясо замаринуется. Уже прошел часик. Сейчас мы возьмем фольгу. Тут очень важный момент. Мы включили духовку на 240 градусов. Тут смысл в чем? Мясо с нашим маринадом закрутить. Берем мы горячий противень. Ставим это так, это так, это так, это так. Откроем духовку. Положим это все на 240 градусов, где-то 25-30 минут запечется это все, а потом уберем температуру и оставим на париться где-то примерно часик. Пришел этот момент, когда мы достаем уже наши ножки. Сейчас я возьму нож. Делайте это все аккуратно, потому что горячее. Мясо уже то, что надо. Тут у нас к мясу овощи. Я их не буду делать ни на грилу, ни на пару, а просто сами свежие. Это самый правильный вариант, наверное. Заберем эту фольгу и обязательно нальем. Это сок собственный мяса. Сюда накрутим чуть перца. Добавим чуть оливкового масла. Наслаждаемся жизнью. Добавим чуть зелени. Мы вами желаем приятного аппетита. С вами были Наташа. Наташа. Дина. Дина. Серж Тейстов Раша. ТВ Джем. Спасибо. До свидания. До свидания.